эта буква «З» символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь Министерство обороны говорит, что столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет. Есть государство, частью которого вы являетесь, да, вы же представитель власти, даже как сотрудник, да, Россотрудничества. Вы были в Государственной Думе, вы были генеральным прокурором Крыма, да, вы в этом смысле государственный человек. Что важнее в этом смысле, государство или личность? Что ценнее, задача победы над украинским нацизмом, который якобы существует, или ценность человеческой жизни? Если этот выбор стоит передо мной лично, то для меня важнее личность. Человек. Просто человек.